точными и мощными ударами наносят невосполнимый ущерб противнику в зоне специальной военной операции. С-400 «Триумф» 549-го Ордена Ленина Краснознаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических медмайсигов. Боевые характеристики комплекса, заложенные российскими Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе автономные пусковые Сегодня воины-ракетчики в полной мере используют высокомобильные возможности комплекса. Его способность гарантированно поразить цель в любой точке земного шара. Ракетные соединения, колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами...